человеку, он надо. Блядь, не трогай его, пожалуйста. Кому? Нет, ты чё? Так, алё. Игнорируй. Ладно, давай ты тогда. Блин, ёлка его. Не, типа, в патруль в одного разрешу. Блин, на обочине, потому что не могу. Давай не красного меня, пожалуйста, этажку. Он уезжает. Причем он так быстро уезжает. Напомните, а, короче, Флай в Министерстве юстиции писал с подожду Лопру на снятие розыск. Забей. И где этот флаш? Парни, я могу допрашивать людей, типа, ну, да, да, мы сейчас в ЛСПД поедем и допросим, ты его допросишь. О, спасибо. Забей, расскажешь, как мне допрашивать? Я тебе буду просто писать. Окей, спасибо. Ну, какие вопросы? Инкар, его ID и 2. Ты мне Excel запасной. Пурсует. Ты его попросуете? Это не на то. Сейчас заходим к ним через гараж. Ты показываешь документ, ну, удостоверение у тебя MDHelper/OD, ID человека, который ты хочешь показать. И просишь разрешение на обыск. Ну, что? Надо просто. Ну, чтобы нам дали. Просите. Просто пишите займу, типа, надо занять у вас допрос, ну и все. У кого там есть? А, как вышел. Как его выкинуть из машины, парни? Еджект. А, еджект. А, пул. Да ты иди. Нет машины просто. Ну, блин, ладно, я чекну. А, ну вот, вон. Я его обыскать имею право? Да. Напомните, кому он? Фриск. А вот это за ним прошу тебя. Чё у вас там? Это ужас. Происходит. Чё случилось? Подожди. Всё, пошли. Блин, ты зафрактил руку на мотоцикле был? Да блять, что на АБ происходит, пиздец, я не могу машину поставить. Тихо, у меня фрап со звуком. Откат. Спросите, зачем на мотоцикле и форме сон? Имя, фамилию. Я спрашиваю. Ан. Готу микро. А что дальше? Ваш рост, вес? Да, ваш национальность. Что он несет на мотоцикле, ловля да, ОП? Обязательно, в смысле там. Это чем, смотри, а ты же можешь на него, да, рапорт написать?
И у тебя еще потом... не твой город. У них юрисдикция разделена, запомните это. Я не знаю, зачем они это сделали. Бесит уже это. Спроси у него, есть ли у него это, какие-либо... запрещенные вещества? Удостоверяющие. Нет, удостоверяют. Написано у него в паспорте. Тебе еще в неделю, как и мне, нужно делать два дела на гражданских, либо одного на гостника. Но поскольку ты только встал на этой неделе, ты... Сейчас, подожди, я устав чекну. Блин, у меня устава нет. А я его типа написал, типа он у него руки... идет. А, стой. Как мне его надо снять? Анков, типа? Ты... это... нет, ты спроси у них, в каком из карман... сам достал. Они на тут, они снимают, походу, всем погасить. Ничего тебе не делать. Черти. Это вообще бред какой-то. Ну что делать-то? Так что, будешь этот экстрей ливать свою закупку? Ну если надо, я могу поймать и тебе потом ее продать по госке. Мак, дай мне другое задание, именно вот по поводу коррупции. Ебать! Вот этих вот. Блять! Чё? Там же надо это с девяткой делать. Что? Ну как мне сказали. Вот подожди. И про эти, про эту коррупцию. Какую коррупцию? Ну, с фурами. То, что ты мне сказал, поручение выдать. Я сейчас сказал, либо фуру, либо обычное оружие. Что мы с ФПДФБР-1 опять же говорит? Замедлить, что там у СФПД? Кто там с СФПД связывался? Это Джеймс разговаривает. Окей. Блин, меня почему-то X-Ray лагает. Да, то же самое. Не, это вроде бы Стич. Это Стич, да, Стич лагает. Ну и ладно. Это Стич, да. Икс-Рей, надо, я славлю твою закуску, если надо. Да, я тоже Матур могу. Лагает. Не, я тебе быстрее тебя могу словить, я хорошо копчу, вожу. Так я собираюсь её сливать так, чтобы никто не знал, что там она слетает. А её и так не узнают. Они по-любому узнают. Каким образом? Там будет писаться проверять... через сколько пейдеев. Ну, через сколько пейдеев они будут стоять и искать закуску, а они не узнают, что это именно это. Да, вот именно. Ну, теперь...